Добрый день всем. У нас сегодня комиссия правомочна. Первый вопрос у нас обращение жителей ПГТ Богородского и Богородского района. Я думаю, все с ними знакомы. Для рассмотрения этого вопроса мы пригласили к нам заседание комиссии Лобанова, Петра Борисовича, депутат Богородского и Богородского района. Так, Петр Борисович у нас. Снимают. Присутствует, да? Пояснение написано, что при нормативе 40 метров у вас трава находится около котельной, ближе, чем 22 метра. По предписанию, которое мы получили в октябре месяце вашего двора в Богородском районе, 17-15 плитов судом, мировым судом судьей в конце октября, а 30 ноября, значит, все предписания были протестованы. То есть они были вынесены незаконно вашим взором. Будут интересовать две позиции. Это расстояние от складов балансовой древесины, осмолы ядров, вместимостью определенных кубических метров до жилых общественных зданий, то есть до зданий детского сада. Ни на одном объекте, который эксплуатирует у нас ООО «Стимул», указанное расстояние не выполняется в принципе. И они вовремя не расчистили, то они вообще не привезут. И детские садики, и школа, и потребсоюз, и сама администрация останутся без этого. Потому что вот эти четыре котельные, о которых идет речь, они в самом Богородском, но у них и в селах также точно такая же ситуация. Бывал я в Ухтыме, в Карауле, там и в других населенных пунктах. Поэтому надо, наверное, решать это на уровне района и нам просто рекомендовать.